Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин. Сегодня мы будем проходить лестницу на эксперте за Рейна. Кто у нас тут? А, сейчас меня будут уделывать тут все. Почему? Потому что я вообще за Рейна никогда, в принципе... Нет, не то, что никогда не играл. Играл, но... Это было так. Посмотрел, что за персонаж, не более. Отлично. Никогда, ну то есть мало за него наиграно, поэтому сейчас меня будут еще убивать, причем конкретно. Да. Плохо. Ничего, думаю, справимся. Смотря как эксперт. Если эксперт не будет читерить, то будет вообще очень все хорошо. Уже читерит, потому что я должен был ее ударить. Ну, как минимум ударить, даже если я не сбил скилл, я должен был ее ударить. Но этого не произошло. Сколько можно ее бить? А, подловить бы круто на X-Ray. Было бы четко. Ну, не так, но все равно, ладно уже. Да ладно. Че, это было фаталити 1? Давайте фаталити 2. 2. Вверх-вниз. Назад-вперед 4.
Ага. Ну, ладно. Еще есть сколько персонажей? 5, да, персонажей осталось, чтобы сделать фаталити, или 6. Неважно, короче, еще сделаю. Окей. Как знал. А как это он? Блин, я блок держал, мне не... чушь полнейшая. Приехали. Если я попаду апперкотом, то выиграю. Наверное. Нет? Печаль. Вообще меня харит, что на этой карте как-то просаживает FPS этой карты, и вообще непонятно почему. В некоторых местах на заднем фоне, блин, квадратики, оно мне показывает, там, я не знаю, 50 FPS, может. Да ладно. О да, давай, читери, давай. Привет. Смотрите, как читерит, вообще жестко. Да неужели? Ну да.
fight! Так, что там? Вверх-вниз, назад, вперед 4, да? Крутая, кстати, фаталити. Если так комп будет 4, то это жестко, конечно, будет. Сложно идет игра вообще. Понятно, кстати, почему этот шар пролетел. Плохо. Зря я так сделал. Reptile.
wins. Первый раунд был такой отличный вообще. Нормально, нормально, думаю, затащим. Ого, кто читер тут у нас? Кто-кто-кто, барака, ну, не знаю даже. Подловил скотина. Но вот на него прыгать вообще нереально. Пошел нахер от меня. Что это? Почему я не сбил его? О, да. Читерит, мудак. Ай. Промазал.
Видит, что творит. Причем вот мне нравится, как комп ставят, да, персонажи таких, которые, блин, сложнее всего убить, допустим, Райном, да? О, да. Видели, какой апперкот был? Ну, я не сомневался. Боже мой. Это мне напоминает бой там, где я дрался, ну, блядь, за Страйкера или за Джонни Кейджа, там, где, ну, я вообще этими персонажами не играю и, блин, играть даже не хочу. Это так, чисто концовочку посмотреть. О, да, лол. Так проще всего. Чё, выкупил тему или чё? Что это было?
Реально, что это было? На других прохождениях в это время я уже сражался с Шауканом. Ой-ой-ой, с энергией, короче, убил меня, засранец. С энергией делал телепорт. Зря я. Лол. Все равно Эрмак показал не айс. Играл бы я бы за Эрмака, я бы показал ему. Нужно драться. Round one. Fight! Так, ладно. Почему-то раньше он блок не держал, да, возле меня, когда... Так как я X-Ray хочу сделать, он сразу держит блок. Ничего, сейчас таким способом мы пройдем. Не лучшая статистика, но ничего. Раунд 1. Файт!
Ай-яй-яй. Он своим парированием доконает меня. Что это было? Чит? Так можно на Flawless Victory выйти. Да, ни разу не ударил. Косарь получу. Flawless victory. Fatality. Ну, Шансунг может дело наделать немножко сейчас. Round one. Fight. Так. Ой-ой-ой, нормально покоцает. На апперкот словлю. Да. Нечестно. Что это было? Как мне нравится, когда комп читерит. Смотрите. С третьего раза захват только. Мы тоже будем по-хитрому делать, если он тупит. Пускай тупит, правильно? Бред. Thank you.
Посмотрите, видели? Видели, да? 3 или 4 раза захват сделал, ни хера не получилось. Как он там блок не поставил, всегда же ставит. А, начинается, да? Попей водички. Горо, горо, горо. Как по мне, по-моему, тут на гору самое легче сделать камбу. Что-то мне так кажется. Плохо. А на него он что, не действует? Да что ж такое? Не слушается меня джойстик. Вообще. Rain.
wins. Посмотрим, что сейчас получится. Round one. Fight. Если не ошибаюсь, Шелканом захват нельзя взять, поэтому будем вот так вот набивать его в тупую. Ой-ой-ой-ой, что это такое? Окей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это я затупил. Он Шелкана проще всего бить, вот видите, да, что Шелкана вообще с первого раза. Есть такие чары, которые реально контролят определенного персонажа. Так, смотрим концовочку. Шелкан использовал Рейна, чтобы сокрушить эдинийское сопротивление, но армии так и не... Бла-бла-бла. За это предательство Рейн утопил императора в его же крови. Признательный Рейден поблагодарил Рейна за убийство Шаукана. Его героизм был достоин сына Аргуса. Утерянное наследие Рейна стало для него откровением. То, что он прямой наследник эдинийской... Бла-бла-бла, чего это? His divinity confirmed Rain's path was clear. He would use Shao Kahn's army to rule not just Outworld, but all the realms. To Raiden's surprise and horror, Rain's first target is Earthrealm. Короче, вот так вот. Плохой Рейн, кстати, да, он злой парень. Поэтому он начал завоевывать миры. И, естественно, наш тоже. Так, что я вам хочу еще показать? Сейчас зайду, покажу.
смотрите, то есть это вы уже видели, да, персонажей? Но вот таких вот вы не видели персонажей у меня на канале. Возможно, у вас стоит такое, а возможно, нет. Собственно, это персонажи классические. То есть классический Смоук, Джейд, Рептилия и классический Нубсайбет. Все классик персонажи. У них свои способности есть. Допустим, Смоук может притягивать цепью, как и Скорпион, там и еще что-то делать. Рептилия также может притягивать. Плюс там даже заморозку делать, да, это смешно. Нубсайбет такой же сильный, ну не сильный даже, а у него защита как у Шаукана. То есть, грубо говоря, вы наносите ему на 50% дэмэджа меньше. Ну, Джейд, на Джейд вообще магию не действует. То есть вы в нее стреляете и ей без разницы. Этих персонажей можно поставить запросто, что на лицуху, что на пиратку. Также, ну, у меня стоит на лицухе, правильно? Чтобы вы знали. На канале у меня вы можете найти ролик «Ставим боссов». И там будет две ссылки. Первая ссылка там будет только на Шаукана, Кентара и Гору. Вторая ссылка будет, то есть, там что-то будет написано... мод боссов, там версии 2. И там уже входят полностью эти три персонажа, то есть Шаукан, Кентаро и Гору, и 4 классических. То есть хотите, можете поставить, пофаниться с друзьями, я не знаю, или просто за них поиграть. Почему у меня тут написано Bug Game? Потому что у меня стоит русификатор. Если у вас не стоит русификатор, у вас будет классический, ну, написано, классик Смоук, классик Джейд, классик Рептилия и тому подобное. Насчет онлайна, поиграть в них, я думаю, можно, если у обоих игроков стоит этот мод. То есть я думаю, что можно будет поиграть по онлайну, если стоит этот мод. Ну, когда был мод, то есть на... только этих троих боссов, то мы спокойно играли онлайн. Так что, смотрите, если хотите, находите у меня в плейлисте Mortal Kombat видео «Ставим боссов» и скачивайте и ставите. Так, а на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочку вы увидите в описании. Пишите свои комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.